Рокки, привет! Привет, у нас уроки. Научи, как я умею. В лифте нельзя так делать. А то он остановится и все. Всем привет! Привет! Всем приветик! Я вчера сделала заказ на сайте. Заказала много всяких штучек для развлечения на улице. Ну, не только на улице, но в основном там именно для улицы развлечения. Запускать всякие ракеты, воздушные шарики в небо. В общем, много всякой всячины. Сейчас съездим, заберем заказ. А еще я хочу провести конкурс на канале. И для этого мне нужно купить призы. Сейчас мы едем выбирать вам призы для конкурса. На улице погода не очень. Я в куртке, Алиса тоже в куртке. Алеша, он разделся. Жарко. В машине хорошо, тепло. Слушай, ты так машину водишь, разлегся. Отлично. Как будто в кресле в своем сидишь за компьютером. Да? Тут не был. Ой, обожаю машины с люком. Ой, ой. Папа нас подкидывает прям. Да, прямо. Заехали на заправку. Слушайте, я не знаю, как ему не холодно, а в рубашке. Алисе предлагаю снять куртку, она ни в какую не соглашается, сидит. Я тоже сижу в куртке, он в рубашке. Забрали мы наш заказ, вот здоровая такая коробка, битком набита всякими штучками. Покой не дает тебе эта дырка, да, в машине? Пойдем? Да. Мочка на ухо, это просто... Там еще и пахнет чем-то. Магазин называется Никас ЭВМ. Я его вообще случайно нашла в интернете. Вот. И у них оказалось много всяких-всяких игрушечек, которых, в принципе, у нас нет в магазинах в обычных, в том же детском мире. Папочка зашел у нас в парикмахерскую. Будет подстригаться. Что там такое? А мы с Алисой пойдем в Мегаленд, да, доча? Да. Пойдем? Ну все, пока-пока. Парк. Счастливой стрижки. Не хочу. Пойдем в парк. Парк, вот я взяла парк. Чё-чё. Да? Будет. Держи. Нет. Всё, а пошли. Чё? Нет, да, не как. Ой! Так приятно, спасибо. Да? Спасибо, Алиса. Спасибо. Всё, пойдем. Не потеряй. Мочки, носяй конфетки. Поднимаемся на эскалаторе. Так, мы зашли в магазин, называется Car Kids. Ходим, ищем вам подарки на конкурс. Но это не конкурс будет, это скорее будет как розыгрыш. Разыграем подарочки. Лучи. Что это такое? Маска? Да, синяя. Класс. Такие классные подушечки тут всякие. Мягкие игрушки. Что ты выбрала себе? Маршала. Маршала? Это мама. Поехали дальше? И Маршала, и Ченни. Это пластилинчик? Это краски, Алис. Это пальчиковые краски. Не надо, я буду тясая. Ой, столько много всего. У Алисы глаза разбегаются. Что? Что мы тут набрали? Шарики. Насосик взяли. Кролик-то зачем тебе? Вот да. Очень много одежды, обуви здесь для деток. Где моя мышка? Ботиночки. Какие? Вот. Ты, тебе такие нравятся? Понравились? Да, чуть-чуть я возу вот так. На кроксы похожи, но это не кроксы. Я собачка. Нравится? Да, дай собачку. Вот она. Давай кису. Собачку. Она такая игрушка. Ходим с Алисой по детскому миру, выбираем игрушечки. И для видео, и для розыгрыша. Такой возьмем Алисе на распаковку наборчик доктора Плюшевой. Что ты еще выбираешь себе? Свинку Пеппу? Вот сколько мы всего набрали. И сюрпризики для розыгрыша тоже взяли. И Алисе на распаковочку взяли. Все дома покажем. Хотели сходить покушать, Алиса затащила нас в Мегаленд. Вон она что делает, а? Какая самостоятельная. Привет.
нравится? Ты хочешь просто в аттракционы играть, да? Что за нападение, Алиса? Ты играть будешь, да? Ой, злой какой! Уточки! Уточки, да! Побольше. Мне, Тики, ты у меня. Я храню Тики туда. В общем, мы зашли в детский сад. Тут никого нет вообще. Где Алиса? Алиса? Буду играть с Алисой я. Ну давай, доченька, показывай, что тут интересненького. Прыгивай, не бойся, Алиса. Это что такое было? Там... Вот она, Алиса. Ох, какой классный игровой центр для малышей. С лабиринтиками с какими-то, да? Поехали? Не бойся, папам. Клюнула, да, Алиса? Ну все, Алису оставим на часик. Сами пойдем покушаем. Она играет с девочкой как раз. Девочка пришла. Сегодня так глухо здесь, да? Детей нет, никого нет. Даже обслуги то нормально нет. Папа, ты как всегда... За старое берешься. Хочешь выиграть 1000 тикетов? Ну тоже неплохо. Ну что, куда пойдем-то? Пришлите. Пошли быстрее. Быстрее. Пока Алиса нас не зовет, да? Очень ароматно пахнет, вкусно. Вкусно, да? Пахнет вкусно. Много всего заказали, не знаю. Успеем мы с тобой покушать, пока Алиска у нас в детском садике, а? Успеем, должны успеть. Вы ничего не подумайте, мы ее спрашивали, хочешь кушать или нет. Она сказала, не хочет. Поэтому мы пошли без нее. Сейчас, я думаю, наиграется, и мы пойдем куда-нибудь ее сводим, да, Леш? Ну, она чем-нибудь покормим. Subway очень любит. Она у нас очень любит Subway. Выбор очевиден. Короче, прикол. Леша говорит, плохо, что я тебя не послушал, не одел свитшот, одел рубашку. Здесь так холодно, холоднее, похоже, чем на улице, да? Я реально уже замерзать стал. Подмерзает мальчик. Раньше вот вообще, пока на диету не сел, пил кофе, чай черный, ну все подряд. А вот сейчас только зеленый чай пью. Дома зеленый чай с жасмином. Здесь вот с чабрецом заказал, вкусно. Цезарь с курицей, мясо отварное, грудка куриная, не поджаренная. Лопай давай. А вот моя красота. Заказала я чикенбургер. Ну, решили первый раз попробовать здесь, в этом заведении. Потому что обычно все Макдональдс там или, как он называется, KFC, да, Леш? Или KFC. Здесь еще ни разу не заказывали ни бургеры, ни чизбургеры. Смотрите, что нам принесли. С картошкой фри, здоровая булка. Она очень большая, классная. Пока ты рассуждаешь, у дочери время кончается. Да все, мы с тобой налопались, да? Леш, бессовестный, блин. Не говори, не говори.
Идем, ржем, остановиться не можем, как он рыганул. Рыгалета. Ты что, что? Не ори, я тебе сказал, тихо. Рыгалета. Эй! Ты что ты делаешь, что... Пришли мы снова в детский сад. Алиса зовет, она не идет. Алиска, пойдем. Алиса себе захотела нарисовать вот такой рисуночек. Да, какой она уже делала, еще раз хочет сделать. Ей очень нравится. Какая красивая. Очень красиво. Спасибо. Вам спасибо. Светофорчик Пони. Да. Вот мы Тикета. Пики-пай. Да, Тикеты зачислили на карточку. Алиса себе выбрала пони, эту конфетку, да? С пони. Да. Не понятно. Что в пони надо? Пойдем? Пойдем забирать. О, сколько тут всякой всячины. Чего тут только нет. Да, Алиса? Да. Это рай для малышей. Пошли, дочь. Это мармеладные конфетки на палочке. Алиса, куда идем? Сабвей. Сабвей. Пойдем. Папа у нас там где-то вдалеке стоит, Сабвей заказывает. А мы с Алисой пришли сюда в конец зала. Здесь стоит большая каруселька. Прокатиться на ней, правда, нам не удастся. Потому что у нас нет наличных денег. Мы все потратили. У нас только денежки на карточке. А здесь нужно наличные деньги по 100 рублей. На одну поездочку. Давай я тебя пофотографирую. Посмотри на маму. Держись только крепко, хулиганье. Раз, два, три. Ой. Ой-ой-ой. Раз, два, три. Раз, два, три. Ты кушать хочешь? Кушать захотела? Да, просто бегаю в кассу. Как Маша, да? Да. Совычек, бутерброд. Вкусно? Алиса обожает совы. Мы с папой сидим, ждем. Я сейчас кому-то... Пинай маму. Алиса. Поедем сейчас, да? Вот сколько мы всего набрали. Еще в магазин Акула зашли. Детский магазин. Еще один лифт. Поехали. Ой, ну тут вообще панорамный. Прямо на улице все видно, что творится на улице. Класс. Класс. Классно? Поехали. Вау. Ну все, наконец-то мы идем на парковку. Погнали уже. Юля на меня ругается, я уже домой тороплюсь. Ну куда ты, подожди, не торопись. Все, поехали. Мы сейчас едем к моей маме и Левочке. Мы едем к Левочке. Да, Алиса? Челлендж снимем какой-нибудь. Приехали в гости, сидят, общаются, все про сад, все разговоры про сад, что там сделать, как его переделать. Пойдем, пойдем к Леве, пойдем, где Лева? Выкасишь, поставишь. Неудачный челлендж, Лева плачет. Давай просто сделаем пиццу. Лева, не психуй. Ой. Здорово, Рэби! Алиска! Попробовали снять челлендж, Алиса, как всегда, не дала. Лёва расстроился. Мне вообще пофиг. Мне вообще параллельно. Параллельно? Я думала, ты что-то заплакал. Я так все челленджи снимаю и постоянно выигрываю. То есть у меня нет даже шанса на проигрыш, потому что Алиса как бы ничего не сконцентрирована на то, чтобы снимать челленджи. И именно вот все. Ей надо беситься, да? Там сейчас она уронит. Что ты делаешь? Это что такое? Поиграть хочешь? Да, мышка сделала. Хорошо, поиграй, поиграй. Аккуратно только, пожалуйста. Лёва, приглядывай за ней, ладно? В смысле, не? Да. Меня так-то Петя зовут.
Вот с этой игрой мы хотели снять челлендж. Ну, не то, что челлендж, просто игра пицца. Классная игра, но Алиса, как всегда, у нас отличилась. Итак, что же мы купили? Давай показывать, да, Алиса? Мы купили набор большой «Доктор Плюшева». Алиса давно уже такой просит. Купили ей маршала с машинкой. Купили много-много шариков и насосик к ним. Резиночки. Нет, это не резинки, это заколки. И это тоже заколки. И мишки. Мочка и мишки, да. Обувочка. И кофточка, свитшотик с мишками. Смотрите, тут как будто желейные мишки. Внутри это все из хлопка сделано. Вот такую футболочку. Шапочку, колготочки, такие колготочки, вот такие полосатенькие и розовые. Еще Алисе мы купили вот такие платьишки в магазине «Акула». Стоили они недорого, но относительно недорого, мне кажется, что... А, они со скидкой были, вот, они были со скидкой, стоили 899 рублей, раньше продавались почти за 1800. Такое платьишко голубое с бабочками. И вот такое вот розовенькое платьишко. Для розыгрыша мы купили вот такую Барби. Это Барби шарнирная. Купили Флаттершай наборчик. И наборчик Баффи. Про розыгрыш я вам все расскажу в следующем видео. Ой, крутая девочка. Улыбнись, зайка, улыбнись. Но она типа крутая, видишь, губы надула. Еще мы купили вот такую Пони Пап Принцесса Луна набор. Малышку Принцессу Селестию. И вот такой наборчик новинка Флаттершай с домиком и с аксессуарами. Это мы на распаковочку взяли. Забыла вам показать. Еще мы взяли пальчиковые краски. Хотим с Алисой попробовать поиграть ими в ванной. В магазине сказали, что в ванной они должны хорошо смываться и в принципе не должны ничего пачкать. Посмотрим. Так мы провели наш день. Время уже 11 часов вечера. Пора ложиться спать. Поэтому я говорю всем пока-пока. До новых встреч.